В докладе, который вы только что прослушали, в докладе доктора Нины Рудник, было много сказано о соотношении идеи Бога и камень, слово камень, слово камень, понятие камень и так далее. В моем докладе будет рассказано нечто о небольшой части всего этого большого поля представлений о камне и Боге. Причем я буду говорить об одном аспекте лишь этого сравнения, этого символического образа, а именно о том, как идея Бога выражается в одном слове, которое по-еврейски значит камень, или, говоря словами заглавия моего доклада, кремень, цур. Это слово, которое означает на еврейском языке кремень. Но, как вы увидите, оно означает и многое другое. И основной мыслью моего доклада будет показать, что это многое другое входит в комплекс представлений и о божестве, и о Боге. То есть само слово «цур» является как бы в каком-то смысле равным идее божества Бога. С другой стороны, разные значения слова «цур» являются отдельными как бы воплощениями этой идеи, отдельными, если угодно, вещами, которые эту идею выражают. Как вы только что слышали, слово, которое означает камень на еврейском языке, это слово «эвен» – «алеф бет нун». Слово «цур» – это совсем другое слово. Оно является в каком-то смысле подвидом общего, более общего слова «эвен» и означает первоначально «кремень», твердый камень. Но, конечно, не только это, ибо составные части этого слова, буквы цади и реш, или звуки, если угодно, ц и ц и р, это звуки, из которых образуются понятия иногда совершенно противоположного смысла, то есть не нечто положительное и твердое, а наоборот, нечто меняющееся, нечто крайне подвижное, что-то, что в конце концов угнетает человека, его приводит в состояние несчастья и даже боли. Возьмем некоторые примеры и увидим, как эти отдельные представления в конце концов складываются в одно понятие – понятие «цур». Я начну с выражения не на еврейском языке, а в этот раз на английском языке. И по-английски есть слово, которое в конце концов, является таким параллелью еврейскому слову «цур», его переводом, и в английском переводе Библии начала 17 века, в том, что называется King James's Bible, это слово звучит как «rock», «скала», «камень». Есть выражение «rock of ages», камень вечности или камень веков. Это слово является на самом деле переводом еврейского слова цур. Цур и есть тот самый rock of ages или rock, который по-английски, если мы теперь переведем это понятие на русский язык, значит скала. Иначе говоря, если брать с самого начала
это гнездо выражений, мы увидим, что слово «цур» по-еврейски первоначально, в кавычках, конечно, первоначально, ибо обо всем можно рассуждать только из наших текстов, означает «скалу». Сразу же скажу, что существует и другое слово по-еврейски, обозначающее скалу, но описывающее другой аспект скальности. Это слово «цук». Вы видите, что первая буква или первый звук у этого слова звучит одинаково, выражаясь буквой «цади», «цадик», «ц». Значит, заметьте, что в слове «цур» конечная фонема, конечная буква – это «реш», «р», а «цук» – это «к», «куф». Вот в слове «цук» главная идея – это, что это скала высокая и неприступная, то есть на нее трудно влезть, трудно взойти. Цук – это скала, которая вот где-то возносится в вышине. В то же самое время цур – это как бы другая сторона того же явления. Это тоже скала, но скала крепкая. То есть скала, которая стоит, это вот тот самый цук, который не падает. То есть скала, которая стоит прочно на месте. Не обязательно при этом, чтобы она была особенно высокой, иногда, может быть, даже и нет, но вот эти два слова, которые выражают как бы разные стороны одного и того же понятия. Слово «цур» в значении «скала», ну, конечно, прежде всего и самым очевидным образом в еврейских текстах, особенно в текстах Библии, Торы, выражает идею божества, Бога. «Элохай цури» – «мой Бог, моя крепость» или «моя скала». «Цури» в «Иешуи» – «моя скала, моя крепость и мое спасение». Так верующий еврей в книге Тейлим, книге псалмов или восхвалений на русском языке, обращается к Богу. Бог таким образом воспринимается как крепкая или верная скала, если говорить, перевести соответствующие западноевропейские выражения. Например, немецкое «meine feste Burg» – «моя верная крепость». Так это слово переводится на русский язык. Отсюда те, кто занимались изучением древнееврейского языка, талмудические специалисты и позже, выводят примерно более 10 разных значений слово «скала», которые совершенно параллельны или, так сказать, они метафорически выражают идею божества. Крепость, верность, там можно найти спасение, можно защиту найти там в этом месте или вот у того, кто есть цур. Таким образом, я хочу обратить ваше внимание на то, что в слове «цур», в этом слове, как бы накапливается целый ряд значений, все из которых выражают разные стороны отношения человека к божеству. При этом, если так говорить более прямо, надо заметить, что никакого визуального образа нет. Нет представления о том, что человек куда-то залезает, заходит, где-то прячется, где-то закрывается. Все эти выражения, они
абсолютно абстрактны. Ну, абстрактны в том смысле, что не имеют за собой картинки. Хочу обратить ваше внимание, что то же самое относится и к тому слову, которое в древнееврейском языке является именем Бога, и которое запрещено и к произнесению, и, главное, к постижению, к пониманию. Юд, гей, вав, гей. То, что этими буквами выражается в тексте. Но произносится оно по-еврейски «Адонай» – это как бы «мой Господь». Это лишь одна идея. Но другая идея, хочу обратить ваше внимание, заключена, конечно, в слове «цур». Это и идея того, что вот это «юд», «гей», «вав», «гей» – это, значит, его содержанием является спасение человека, то, что человек может верить в того, кто записан словом «цур» и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле надо отметить, что представление о том, что вот этот «цур» принадлежит, как сказать, Израилю, является частью еврейской веры, это представление вот было отмечено еще в том рассказе Библии, который вы слышали в предыдущем докладе, и который повествует об истории праотца Яакова. В частности, где сказано, что в этом рассказе упомянуто, что Яаков видел камень Израиля. Ура-а эт эвен Исраэль. Но на самом деле я не думаю, что я, как человек, не думаю, что Яаков высказывает то, что он видел того, кого нельзя видеть и о ком нельзя говорить. Нет, он видел реальный камень, из которого, в конце концов, произойдет Израиль. Это тот камень, на котором он возложил свою голову, на котором он спал. Вот этот... я думаю, мне кажется сейчас, что выражение «Эвен из Исраэль» является довольно редким. Ну, конечно, он встречается в разных многочисленных еврейских текстах в значении вот примерно том, о котором я только что сказал. Тот камень, на котором возлежал Яаков. Но выражение «цур Исраэль», то есть «скала Израилева», «the rock of ages», вот тот самый, с которого я начал свое выступление, встречается очень часто. До такой степени часто, что это выражение содержится даже в Декларации независимости Израиля. Поскольку те, кто составлял эту декларацию, ну, побоялись или не захотели сказать непосредственно о вере Израиля или о Боге Израиля, поскольку среди тех, кто участвовал в составлении Декларации независимости, были люди и неверующие, и, в общем, атеисты, но все они согласились с тем, что существует нечто, что надо назвать «Цур Исраэль». И Декларация независимости от Израиля заканчивается словами «Биватхо Бецур Исраэль». И веря, и будучи уверенными в скалу, крепость Израиля. Когда я много лет назад пытался употребить эти слова просто так, мне сразу сказали: нет, нет, не говорите никак таким образом, поскольку это слово значит только одно – Бог. Цур Исраэль значит Бог.
что, конечно, наверное, правда, поскольку оно является частью многочисленных имен теофорных, которые содержат в той или иной степени имя Бога. Например, слово Цуриэль. Так, это поселок около Иерусалима сейчас, а также имя многих людей Цуриэль. То есть моя скала – Бог. Обратите внимание на то, что имени Бога, ведь в еврейских именах есть много, есть суффиксы или части, которые обозначают «эль», там Исраэль, Израиль, там Ишмаэль, Исмаил и так далее. А есть довольно много имен, которые содержат корень Яху. Самый известный наш премьер-министр Натаньяху. Но есть и другие, Циткияху. Так вот, заметьте, что аффикс, он никоим образом не употребляется со словом «цур». Нельзя сказать «Цурияху», такого нет. Или «Егуцур», такого тоже нет. Это значит, что слово «цур» в каком-то смысле является параллелью или заменой вот этого неупотребляемого названия имени Бога. Можно привести много примеров тому, что это так. Но я этого делать не буду, поскольку мое время уже почти заканчивается. А я скажу о чем-то совершенно другом. О том, что вот слово «цур» является одновременно живым словом. И оно обозначает нечто, что вполне развивается и не только является вот таким знаком замены божества, но и чем-то, что, так сказать, является частью живой жизни еврейских поколений на протяжении сотен или даже тысяч лет. Вот есть такая еврейская очень известная песня, которую все поют, особенно дети, на праздник Ханука. Это праздник освящения храма после победы во время войны хасмонеев. Она начинается так: «Маоз Цур Ешуати». «Моя скала, моя крепость и мое спасение». Это первые вот слова ее. Ну и дальше идут там другие слова о том, как надо этого цур, так сказать, как полагается там служить ему и так далее, и так далее. Об этом я говорить не буду. Я хочу сказать то, что эта песня, мы знаем, когда она была сочинена и кем. Вернее, не кем точно, но в каком месте. Эта песня была сочинена в XII веке в тогдашней в Германии. Одним из еврейских поэтов, которые вот писали стихи, в частности, на эти божественные темы. Но обратите внимание, что начало этой песни «Маоз Цур», значит, слово «оз» по-еврейски значит «смелость», защита. Цур – это камень. Камень, который, между прочим, я не сказал об этом, но скажу сейчас, в другом сочетании «эвенцур», то есть со словом «камень». Камень-цур значит просто кремень, очень твердый камень. Так вот, «маоз-цур» – это является просто переводом немецкого выражения «фестебург». А замки в большом количестве начали строиться в Германии в массовом порядке именно где-то в XI-XII веке. То есть, значит, когда еврейский поэт увидел, что вот возникают такие каменные крепости защиты,
он тоже решил, значит, и в еврейскую традицию это тоже ввести, как бы. Хотя, конечно, мы понимаем, что во времена хасмонейцев, не было, то есть хасмонейских царей и воинов, в примерно там, 5-3 веке до нашей эры, таких крепостей не было. Значит, но он видит, вот, что реально в мире много строится таких крепостей и дает им древнееврейское имя – Маоз Цур. Дело в том, что до этого стихотворения это было такое очень-очень редкое сочетание. А после него как раз стало очень таким частым. Я не буду подробно разбирать здесь содержание этой песни 12 века. Скажу лишь, что вся она является, ну, как бы такой гомилетикой или защитой еврейской истории и еврейской веры в ее противостоянии значит, разного рода религиозным представлениям, которые возникали уже после нее. Скажу только, что, и это будет последнее, что я скажу, что эта песня очень соответствует, ну, так сказать, такому как бы полемическому представлению, которое тоже тогда возникает вот, среди ашкеназских евреев, что ну, вот здесь говорится «Йешуа ти», «Мое спасение». Те из вас, кто видели хотя бы одну православную церковь, вполне представляет себе, что на многих из них есть надпись «Дом мой, дом молитвы наречется». «Мой дом будет назван для всех народов». «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов». Что в конце концов сказано так, что в этом доме будут заходить и молиться все, кто так, сказать, так молится. В то время как в оригинале, в еврейской традиции, которая это в книге Исаии, Ишаяху, написано «Бейти, бейт тефилати икаре лихолаамин». Не просто молитвы, а молитвы мне, моей молитвы. То есть, ну, как бы, тут есть в этом выражении есть тоже некая скрытая полемика, которая тогда, в 12 веке, была крайне актуальна. Ну, на этом, наверное, я закончу свой доклад. Скажу только, что слово «цур» и «эвенцур» – это очень живые слова современного еврейского языка, иврита. И можно было бы очень много говорить о разных выражениях, которые образовались в течение многих лет для обозначения, ну, например, каменного века, каменного человека там, и так далее, но это уже будет тема для другого представления. Спасибо.